Всем привет! Если вы смотрите данную серию, то, скорее всего, вам интересно, что же мы найдем на складах в миссии Оазис Сила. Ну что ж, не буду тянуть кота за кое-что, сами все увидите. О, три мушкетера! Да, они самые. И мне нравятся портреты Валена, развешанные повсюду, и его роскошная база в горах. Один из них сегодня ночью отправится в Берлин с драгоценной тетрадкой Валена. Кто именно? Не знаю. Я слышал, что они договорились встретиться позже. Возможно, чтобы решить, кто вручит фюреру тетрадь с доказательствами. Тот, кто взломал ящик, поранился. У моей цели ранена рука. Да? Круто. И чего мне теперь делать-то? Так, куда мне-то идти? Ага. Так, здесь, по-моему, хорошая снайперская позиция. Так, ну, единственное но. Я не вижу, по ком стрелять. Я должен быть незаметен. Да ладно. Ой, куда ты побежал? Сейчас. Нам тут уже в тупую указывают на то, куда мы должны попасть. Замечательно. Вот это да. Так, основное задание выполнено. Так, какие-то офицеры стрёмные. Наблюдайте за офицерами и отметьте нужного. Так, ну, нам нужен этот. С пораненной рукой. Какая у них всех нормальные руки. Я, может, чего-то не замечаю. Целые руки. А, вот он. И чего мне с ним теперь делать? Убейте офицера, как только он получит разведданные. Он получил данные или нет? По-моему, он пока что ничего не получал. Или получил? А, нет. Он только будет их получать. Готов. Неожиданно. Но меня... Теперь никто не заметил.
Ой-ой-ой-ой-ой. Все, их всего трое было, да? Значит, это последний. Замечательно. Сейчас мы получим разведданные. Эй-эй-эй, слазь. Только что-то мне кажется, что на этом миссия не закончится. Обыскиваем. Так, дневник Валена. Постепенные успехи. Работа над проектом продвигается по плану. Все материалы уже доставлены к месту сборки чудо-оружия. Интересно. Я сам буду контролировать процесс сборки. В том процессе я никому не могу доверять. В этом процессе я никому не могу доверять. Все должно работать по графику и с максимальной эффективностью, как хорошо смазанный механизм. Ну, я так и говорил. Уничтожьте панцир, чтобы покинуть город. А где он вообще и есть, этот панцир? Ага. Так, я, значит, пойду сюда и пойду вот так. Отлично. Интересно, он сюда пролезет? Нет. Ну и ладно. Обойдем. Так, где этот танк-то делся? Сейчас мы что-нибудь придумаем. Надо посмотреть, где он. Или отсюда его не будет видно. Ух ты! Куда это мы идем? Ой-ой-ой, стоп. Я нашел письмо. Ты будешь залазить, нет? А, стойте, нам сюда. Ладно, залезли, уже так залезли. Где-то валялось. Базука или что-то на это похожее, но, честно говоря, уже не помню где. Поэтому ладно, не суть. Так, ой, нам еще далеко бежать. Так, пополним боезапас. Отлично. Кстати, я уже думаю взять динамит, швырнуть туда, а потом подстрелить и... Воу-воу! Вот это вообще было неожиданно. Это было очень неожиданно. Так, он меня почти заметил, но не заметил. Знаете, это очень хорошо, что он ездит кругами. Потому что я действительно могу просто кинуть динамит. Что-то он не сильно далеко улетел.
Так. Вообще можно как-то их взрывать. Написано было, что у них есть какая-то броня. А, вот она, наверное. Или нет? Прицельное попадание. Ой-ой-ой. Так, ну водителя мы убрали. Ну а как теперь взорвать-то эту штуку? Сейчас опять шмальнет. Так. Надо как-то обойти. Обойти вокруг и сделать это уже с другой стороны. Ой-ой-ой. Так. Далеко ж бежать по этим лабиринтам. Если честно, то я до сих пор не пойму, где у него чего-то можно взорвать. Давай, поворачивай. И сейчас будет большой-большой бум. Замечательно. Только все равно не понимаю. Вот это бензобак или... Ой. Вау. Крутые спецэффекты. Так. И что это? Мне сюда нужно, да? Ух ты. Был там. Теперь там. Ах ты. Как? Я ж попадал вроде бы. Знаете, а у них другие снайперские винтовки. Зараза. Так, мне нужно подлечиться. А еще мне нужно перезарядиться. Получай. Подожди ты объединиться.
Я хочу забрать винтовку, если это какая-то новая. А где винтовка? Где винтовка? Так, а где был первый? Первый вот. А как туда залезть? Странно, как туда залезть? Ага, вот, я понял. Странно, но тут тоже нет винтовки. Может, она упала вниз? Нет. Ну что ж, тогда да, тогда пойдем на завершение миссии. Я бы сказал, что это делает нас друзьями, да? Наверное. Ух ты, неужели у нас появился напарник? Так, в общем, статистика. Замечательно, сейчас нам еще чего-то дадут. Что, нет? Да, мы набрали. Нас повысили еще раз в звании. Угу. В смысле? Немецкие склады осмотрены. Мы же... Смерть офицера замаскирована. Под несчастный. И как это сделать было бы? Ну и ладно. Нажмем продолжить. В записной книжке Валена упоминается его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Перевал Кассирин. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Да, действительно. Много автомобилей разваленных, танки, бронетранспортеры. Круто. Ух ты, да мы еще здесь и появились. Проникните в штаб Валена. А, это наш союзник. Я уже думал, что тут какой-то левый дядька бегает. Вон он. Вот там. Кто, где? О, гляньте! Да нам даже помещают. Вот это жесть. Интересно, если я его застрелю со снайперской винтовки, то будет заметно?
Ой. Я еще не попал. Прошу прощения. Тут нет никого. Зачем менять позицию? Или я сильно громко выстрелил? Ух ты. Эй, шукай. Я даже не знаю, куда идти. Тут столько классных мест. Знаете, а давайте-ка сходим пока сюда. Ух ты. Ой, 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 ой. Круть. Ну, ты будешь нам кого-то еще помечать или все? Твоя акция благотворительности закончена. Снайпер. Небельверферы. Вот мы получили дополнительные задания. Ну, как раз, да, оттуда кто-то шмалял. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я сохраню игру. И уже в следующей серии мы вновь поиграем по красивейшим горным ландшафтам. Побегаем, попрыгаем вместе с нашим новым напарником. Все, до скорых встреч.